удобно трансляцию матча между футбольным клубом «Спартак» Борисов и Али Нассер. Бьет по воротам! Штанга выручает Вячеслава Дерга. Ошибаются в передаче желто-синей, несмотря на свою атаку, проводят. Собственно, удивительные результаты в целом, как команда, которая проигрывает 10-0, умудрилась. Лучшим бомбардиром в этих дублирующих составов является Егор Карпицкий из хвалебного Ковского 0-0. И, честно говоря, первые минуты 10 были более богаты на опасные моменты. За мяч и вратарь особо работает. Мазарин зарабатывает право на аут. Нассер. Играет назад. Внизу употребляет. По фонтанам не прыгать. Будьте просто на руке. Нассер навернулся. Мячу, навес. Мяч заметался. 10. Болист вот появился на поле в начале второго тайма. Это Илья Васильевич. Так, вот сейчас озвучу, давайте посмотрим, чем это так раз не закончится, оно ничем не заканчивается, поэтому давайте по-быстрому пробежимся по футболистам. Проходит, и сейчас есть возможность у Мазарян убежать в контратаку. Запасник слабый. И ближайший в нашу команду завоеванный кубок. Говорится,